вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». І сьогодні плюси та мінуси створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ми будемо обговорювати з Олександром Рєпіним, заступником директора департаменту житлово-комунального господарства, начальником управління житлового господарства. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Олександре, власне, давайте розпочнемо з того, що ж таке ОСББ. Навіщо їх створювати і чому саме зараз про це так багато говорять? Добрий вечір. Взагалі-то ОСМД – об'єднання совладельців многоквартирних домів. Это не дань времени и не какая-то наша современная выдумка, это нормальный цивилизационный путь всего человечества, пусть это так громко звучит. У нас это называется ОСМД, в соседней стране называется товарищество собственников жилья, допустим, на странах Европы это просто называется кондоминиумы. То есть мы живем, вернее пользуемся законом об ОСМД, который был принят в 2002 году, как ни странно. И за этот период ОСМД создавались, конечно, не так много, как нам хотелось всем, но этот закон действовал. Революционным прорывом определенным было принятие закона об ОСМД в редакции 14 мая 2015 года. И в чем, какие изменения? Да, в чем революционный шаг этого закона? Этот закон был принят параллельно закону об ОСМД и закону об особенностях управления многоквартирными домами. В какой-то мере этот закон развязал рынок жилищно-коммунальных услуг и, как иногда употреблять в эпическое такое выражение, из собственников жилья сделал их свободными людьми, из крепостных ЖЭКов. Закон об особенностях управления многоквартирным домом определил, что жильцы могут пойти несколькими путями. Первый путь – это создать ОСМД, принять дом на баланс, самим определять размер взносов для эксплуатационного содержания жилья, жить своей отдельной экономической жизнью, скажем так. Для тех владельцев квартир, которые по каким-то причинам не могут организоваться и не могут создать ОСМД, закон определил право, не создавая ОСМД, провести собрание, выбрать себе управителя, и набрав на собрании 3/4 голосов собственников дома, выбрать поставщика коммунальных услуг. И третий путь, там где владельцы квартир вообще никак не хотят себя организовать, закон сказал, что поставщика услуг для них выберет органы местного самоуправления. То есть революционность закона в том, что он пошел все-таки по такому принципу, ты имеешь право на жилье, но ты имеешь обязанность его содержать. И у тебя есть право выбрать свой путь, выбрать или управителя, или по старой нашей патерналистской модели согласиться на того управителя, которого выберет органы местного самоуправления. То есть этот управитель, по сути, это кто? Это те же самые ЖЭКи? Или нет, закон, во-первых, в чем революция? В том, что закон сказал, вы собственники жилья, вы сами можете выбрать управителя. И управителя люди могут выбрать себе. Управитель, это, скорее всего, это не будут ЖЭКи. Это все-таки мы будем переформатировать управляющие компании. Во-первых, уйти от одиозного слова ЖЭК. Надо уйти уже, вот надо как-то хотя бы начать. Оскомину, да, с минимального. Как минимум переименовать яхту, а там уже посмотрим, куда мы поплывем. И закон сказал, что управителем может быть или физическая особа предприемец, или юридическая особа, у которой видом деятельности является услуга по управлению жильем. Скажите, вот если вернуться к истории, в Николаеве уже есть какие-то определенные, ну, позитивные, может быть, или не очень, примеры создания ОСМД. Ну, если вот об этом говорить, насколько они действительно эффективны, насколько вот здесь, в Николаеве, люди готовы к тому, чтобы давайте, управлять... Николаев не пасет задних, как говорится. У нас все-таки примерно класс. 12% жилого фонда находится в ОСМД. Понимаете, ОСМД... Достаточно много. Да, это одна... неожиданно. Да. Но откуда это число сложилось? Во-первых, где-то с 2010 года уже город перестал брать коммунальную собственность новостройки. Они однозначно сразу уходили в ОСМД и начинали свою жизнь самостоятельно.
все жилищно-строительные кооперативы были переформатированы тоже в ОСМД. И попутно создавались ОСМД на базе домов коммунальной собственности. И весь этот вот, о чем мы начали говорить, реформа, не просто реформа, это революция в головах людей, живущих в домах коммунальной собственности, в создании вот этих ОСМД. Сейчас ОСМД, количество ОСМД будет прирастать за счет вот этих домов, которые уходят из коммунальной собственности. Ну а все ли готовы к подобной революции? Очень многие, ну, сказать, да, ну идите вы со своим ОСМД, не хочу. Ну не хочу, это их право. Ну, я всегда на собраниях отмечаю то, что не надо идти на поводу маргинальной составляющей нашего общества, которые говорят, не хочу, не буду, я против. То есть все равно, поверьте, в каждом доме есть группы людей, которые понимают ответственность за свое жилье. Я сейчас сделаю маленькое отступление в сторону, чтобы вы понимали мою позицию. Может, она кого-то не устраивает, но это моя позиция. Я ее всегда считаю нужным высказать. Согласиться или нет? Или не согласиться, да. Знаете, закон о приватизации 1993 года шел по принципу, конечно, был заложен огромный популизм, что человек, живущий в квартире, автоматически получал право собственности на квартиру. Если наши, в какой-то мере, соседи с европейской стороны, социалистические страны, шли по пути, ты проживаешь в этой квартире, ты имеешь право выкупить у города это жилье, мы пошли по принципу, мы приватизировали квартиру. Ну, может, кто моего возраста, те вспомнят очереди, ночные бдения под бюро приватизации. Люди настолько бежали, спешили получить документы на квартиры, что не забывали. Ну, а самым главным, квартира – это воздух между стенками, соседей и потолками, полами. Никто не рассматривал в 93-м году квартиру как часть единого инженерно-технического комплекса. Это дом. И людям за эти годы, больше чем за 20 лет, внушили мысль. Квартира моя, я распоряжаюсь ей как я хочу, а все, что за дверями квартиры, это типа городское, пусть город содержит. Меня не касается. Да, меня не касается. Знаете, мы в какой-то мере, я всегда говорю, придумали велосипед, но с квадратными колесами, он никуда не едет. И мы вот через сколько лет уперлись в эту проблему. Люди уверены, что они собственники квартир, и в то же самое время они отрицают, что они собственники дома. Я считаю, что любая квартира начинается с дверей подъезда. Ну, в общем, правильно, я считаю. Логично. Да. И когда люди, знаете, очень долго в них закладывались принципы патерналистского мышления, что кто-то добрый придет, не будем говорить кто, за нас все сделает. И все за нас сделает. А проявить эту инициативу, создать этот элементарный какой-то актив и захотеть лучше жить в своем же доме, это, конечно, мы чуть-чуть притормаживаем. Почему я говорю, колеса-то квадратные. Вот вы произнесли слово «собрание». Насколько я знаю, сегодня состоялся семинар. То есть я понимаю, что вы встречаетесь с людьми, вы рассказываете о плюсах и, собственно, закона, реформы и о плюсах создания ОСМД. Что это за семинар, кто участвовал? Департамент ЖКХ решил все-таки дать второе дыхание отделу реформирования жилищного хозяйства. У нас сейчас создан отдел, полноценный отдел, в котором имеется 4 специалиста, которые закреплены за каждым районом для приема людей и помощи в сопровождении документов, оформления документов. Для того, чтобы как-то расширить диапазон взаимодействия, мы пришли к идее, что необходимо организовать постоянно действующий семинар. То есть, когда приходит один человек от дома, это ну, не всегда он доносит эту мысль. Потом мы пришли к мысли, что пускай приходит вся инициативная группа дома, и каждую пятницу с 10 до 12 дня мы проводим постоянно действующий семинар. Наши специалисты, я подключаюсь, отвечаю на все вопросы, рассказываем плюсы и минусы вполне достаточно откровенной форме, то есть отвечаем практически на все вопросы. После этого, когда люди уже получают эту первичную информацию, они уже могут обратиться к специалистам, получить пакет документов в электронном виде и начинать свою деятельность. Смотрите, как инициативная группа.
И насколько популярны сегодня такие семинары, особенно... Я в шоке. Аншлаг, да? Вторую неделю. Я думал, может, как-то утихнет, и будут только сидячие места. Нет, опять еще и стоячие, и куча вопросов. То есть, в какой-то мере я рад. Я ОСМД занимаюсь 10 лет. Я являюсь председателем в своем доме, с этого началась моя общественная деятельность. И я, честно говоря, не ожидал, что через 10 лет это все будет востребовано. И людям стало интересно. Когда-то мой дом участвовал в программе ООН, так и называлась, программа про ООН, розвитку там. Тогда было такое интересное время, это, по-моему, шестой-седьмой год, были гранты по 30 тысяч долларов на дом. Желающих оказалось всего 5 ОСМД. Остальные крутили пальцем у виска и рассказывали, что придет НАТО и заберет наши квартиры. Но мы поверили, пока придет НАТО, мы успеем пожить и попользоваться, да, и квартирах, и пользоваться кредитом. Когда мы провели эти все ремонт, который мы запланировали, это были металлопластиковые окна, поверьте, через 10 лет, вернее, 10 лет назад металлопластиковые окна в подъезде, это соседям казалось, что... Да, мы только это оказалось место общего пользования. Для соседей казалось, что мы уже все, это у нас поехало. Планки нету, что мы стеклим подъезды. Мы поменяли трубы. Мы, все, что мы могли, мы сделали по коммуникациям. По итогам мы сдавали дом, повесили табличку, приезжала делегация. Меня тоже мучил этот вопрос. Зачем вы даете деньги? Вопрос логичный, да? Ответ прозвучал довольно-таки просто. Нас не интересуют ваши ремонты. Нас не интересуют ваши дома. Мы даем деньги на создание ячейки гражданского общества. Там, где люди сумели, локально проживая вместе, организоваться, это уже залог того, что общество начинает меняться. Я, наверное, тогда эту фразу прослушал, но не вдумался, но со временем я понял их правоту. Это они, эта программа про ООН показала нам пример, как надо строить гражданское общество, начинать с себя, со своего жилья. А вот скажите, вы когда начинали 10 лет назад, тут тоже, наверное, многие укрутили у виска, чем занимаешься, зачем нужно. А сейчас как воспринимают люди? Довольны ли они тем, что они живут в уютном, чистом подъезде, что у них все отремонтировано? Ну, я надеюсь, что так и есть. Ну, конечно, так и есть, можете не сомневаться. Вы знаете, сначала, да, было как-то и люди смотрели искоса, настороженно, в первую очередь пенсионеры. Ну да, самая такая категория. Да, консервативная. Но когда они увидели нас, молодых, относительно людей, которые за это взялись, они нам поверили, как ни странно. И они, я думаю, не жалеют по сей день, что они в нас поверили, и в то же самое время они стали такой движущей силой, которая всем доносила, что мы поступаем правильно. Ну, в свое время, насколько я понимаю, вы все делали методом проб и ошибок. То сейчас вы проводите семинары и учите людей, как сделать правильно и оптимизировать все. А тогда шишки набивали в том числе? Ну как, да, шишки, мы все набивали шишки. И поставщики, и ЖЭКи, и кто-то нас не хотел видеть в упор, думали, это просто какая-то блажь. Но мы не сдавались, мы все-таки создали ассоциацию СМД города Николаева. Нас начали слышать. Мнением интересоваться, то есть все-таки 10% жилого фонда тоже надо слышать. Не только, и видеть мир не только глазами ЖЭКа и ЖЭКовских работников, но и глазами председателя ОСМД. И каковы плюсы ОСМД? Вот если говорить о плюсах и минусах, давайте сначала о плюсах. Наверное, самый большой плюс – это то, что люди живут на те деньги, которые они тратят. Когда начинают разговоры о тарифах, большие, маленькие, плохо, хорошо, я не участвую в этих разговорах. Во-первых, тарифы должны быть экономически обоснованы. А ОСМД позволяет? ОСМД позволяет утвердить, даже у ОСМД нет тарифа. У ОСМД есть взнос на эксплуатационное утримание будинку. Он утверждается на общем собрании и должен быть не больше, чем граничный тариф в городе. Вот на сегодняшний день граничный тариф в городе 3,80. Пожалуйста, любой СНД может ввести тариф до 3,80. Для чего нужен этот граничный тариф? Это для возмещения льгот и субсидий управлением социальной защиты. Ну, собственно, если сегодня говорить о создании ОСМД, вот в 2015 году приняли изменения к закону, и какое-то время, да, было затишье, никто ничего активно не занимался. А почему вот именно сейчас? Ну, знаете, многое зависит от местного самоуправления. Я не буду говорить о тех, кто был в это время, когда принимался закон. Значит,
Это было неинтересно городской власти. Ну, как-то так сложились обстоятельства, что я... Может, городской власти то и больше нравились ЖЭКи. ЖЭКи, они управляемы. Угу. Давайте так, любой председатель УСМД – это личность, которая повела за собой дом. И нивелировать его на любом уровне – это неправильно. К нему надо относиться с уважением. Я продолжаю эту мысль о строении гражданского, о построении гражданского общества. ЖЭК – это чуть-чуть другая организация, которая, конечно, зависимая, которая выполняет все под козырек, а председатель СМД может спорить. При нем и бюджет у него все важили вплыву. Может, в какой-то мере прошлая власть, скажем, откровенно боялась этого движения. Это не подконтрольные люди. Это люди, живущие по своему разумению. Ну, вы сказали главный плюс вот в том-то и в том-то. А минусы? Есть ли минусы в создании СМД? Минусы... Или они возникают тогда, когда неэффективный управляющий? Ну, плюс и минус всегда идут по жизни вместе, да, это как единственная борьба противоположности, можно даже сказать. Минусы всегда есть, это, во-первых, конечно, на психологическом уровне. Кто-то видит проблему, какие-то проблемы по-своему. Знаете, как всегда у нас менталитет так сложен, что управлять, контролировать и давать советы, это умеют все, а взять на себя ответственность за руководство и управление бюджетом – единицы. То есть это какой-то минус, да, председатель находится на грани, всегда на грани общения с людьми. Давайте так, люди разные. Люди разные, и каждый знает, как управлять. Ну да, но взять на себя ответственность он не хочет. То есть я лично для меня в этом минус. Ну, как-то своему СНД за 10 лет, ну, никто не захотел пока что. И, ну, в целом, что нужно для того, чтобы УСМД состоялось, вот это объединение? Ну, чтобы УСМД состоялось, как минимум должна появиться инициативная группа людей, не безразличных к своей собственности. Для многих, для большинства населения Украины, квартира является единственной собственностью, которую он может иметь сегодня. И закон подходит достаточно либерально к этому процессу. То есть любые три спивластника, не менее трех спивластников, имеют право объявить всем: мы инициативная группа. Не надо не проводить никаких собраний, достаточно собраться и сказать: мы инициативная группа, и повесить объявление. А если вот в доме возьмут и две инициативные группы создадутся? Буду договариваться. Тогда уже буду договариваться. Да, потому что закон четко говорит: один адрес, одно СМД. Угу. Когда говорят: у нас никто не хочет в наших домах, надо купить лотерейный билет. Люди живут с нами, поверьте, нормальные, адекватные, меняется поколение. Те люди, которые же приобретали жилье уже со вторичного рынка, не получили его по приватизации, они относятся к жилью уже более трепетно. Потому что вложили в него... Да, это свое. Немалое. Когда ты покупаешь, это свое. А когда тебе давали, как это не обидно звучит, когда я говорю: ребята, ну в 93-м году просто раздали. А те, кто купил, те это уже ценят. И они понимают, что квартира начинается с подъезда. Когда появляется инициативная группа, она обычно выходит часто и густо на наш отдел реформирования. Пожалуйста, есть у нас постоянно действующие семинары. Мы выдаем пакеты документов, которые надо готовить. Рассказываем пошагово, какие надо выполнить требования закона. И стараемся провести эту инициативную группу до государственной регистрации. А вот обязанности города, есть ли у города обязанности перед тем, как дом переходит в собственность? До 2015 года в законе об СНД была строчка: последний собственник обязан перед сдачей дома по акту приема передачи сделать капитальный ремонт. Ну, вот я успел. Все, что можно было получить от города, мы участвовали во всех грантах, во всех конкурсах. Поверьте, предлагали всем. Желающих даже было меньше, чем предложений. На сегодняшний день законодатель убрал эту строчку.
И об этом ничего не упоминается. То есть закладывается смысл, все равно глубокий, важный. Если ты имеешь право собственности на квартиру, ты получаешь обязанность ее содержать. Логично и просто. Плюс закладывается принцип социальной справедливости. Имеет ли право житель одноэтажного дома сектора частной застройки прийти в городской совет и попросить 2 листа шифера? Имеет, да? Но он никогда не идет. Ему всегда говорят, извини, это твой дом. Сегодня... А имеет? Если мы подходим как к многоквартирным домам, тогда он тоже имеет. Я же говорю о социальной несправедливости. Если жители многоквартирного дома, имея в частной собственности дом, потому что там бывает до 100% приватизированных квартир, дом частный. А логично? Внутридомовые коммуникации? Вот, тоже? Они так и рассуждают. Он принадлежит всем жильцам. Это суммисно приватная властность. Угу. Не ЖЭК собственник, ЖЭК эксплуатирующая организация. Есть решение Конституционного суда, что все коммуникации, дах, чердак, подвал, лестничные клетки, мусороприемники являются суммисной приватной властностью. Просто этим пользуется ЖЭК. Поэтому людям надо организоваться в ОСМД. ОСМД это не есть форма собственности. Это есть форма управления. То есть ОСМД не может продать эти трубы и чердак и управлять. Она может. А в аренду сдавать и получать какие-то дополнительные ресурсы. Знаете, для вот как-то вот люди, вот, когда начинают рассказывать, это будет наша земля, мы поставим ларьки, мы сдадим в аренду подвалы. Уважаемые, научитесь платить квартплату для начала. Ну, научитесь содержать свой дом. Но не создав ОСМД, второй вопрос это, а можно ли нам заниматься коммерческой деятельностью? Нет. ОСМД есть неприбыльная организация, это четко выговорено законом. Все деньги, которые поступают на счет ОСМД, должны быть использованы на содержание дома. Только появляется слово аренда, уже с этого вида деятельности ОСМД обязана платить налоги. Налог. Да. А ну, смотрите, квартплата. Все должны платить квартплату. У нас очень часто на подъезде вывешивают должников. Кто-то там 30 гривен задолжал совершенно случайно, а у кого-то по 15 тысяч. И вот этот человек как не платил, так и не платит. А как вот в случае ОСМД? Есть ли рычаги влияния? ОСМД не есть правоприемник ЖЭКа. Неплательщики – это проблема ЖЭКа и их претензионной работы. Значит, ЖЭК не хочет эти деньги. 15 тысяч не накапливается за 2 дня. Ну, это за отопление. Нет, это мы тогда говорим о разных вещах. ОСМД принимает платежи, которые в простонародье говорится квартплата. Ага. А те книжечки, которые есть, и договора с поставщиками услуг, вода, то тепло, напрямую, газ, электроэнергия, они остаются напрямую. А та книжечка, о которой мы говорим квартплата, вот это будет заменено на взнос на содержание дома в ОСМД. Uh-huh. Но опять-таки у ЖЭКов тоже есть эти проблемы. Это отсутствие претензионной работы. А суд решает очень просто. Вы приносите иск на 15 тысяч, он отсекает первые 3 года, последние, вернее, 3 года, а все остальное, это что вы не ходили в суд? Срок давности. Истек. Истек, да. А вот в ОСМД есть какие-то рычаги влияния на того человека, который смотрите, не платит? Смотрите, один из главных рычагов, я всегда вижу, это работа с людьми. Потому что для некоторых, вот даже в вашей студии я здесь встречался с некоторым, не буду называть фамилию, индивидуумом, который считает не платить ЖЭКу, это доблесть. Когда мы в департаменте поинтересовались вообще его послужным списком, оказывается, он должен вообще 40 тысяч гривен за все услуги. Но он считает, что нет договора, нет того-то, того-то, каких-то формализованных статей, можно не платить. Но он пользуется этими услугами. В ОСМД переворачивается с ног на голову. И я вправе сказать своему соседу, например, Вася, я не должен содержать твою квартиру, ты мне извини. И не вот тут вступает огромная роль пенсионеров, которые вы забыли спросить, которые сидят на скамеечке, получают задание от правления, и они ведут активную ежедневную работу с неплательщиками. Часто и густо заканчивается мирным решением, человек оплачивает все свои долги и счастливо живет со своими соседями. Факт, жить мирно со своими соседями, это очень важный
момент. Но опять-таки остаются, да, я всегда говорю, не буду никаких... Движущая сила. Движущая сила. Во-первых, это самые дисциплинированные плательщики. Да. Вот могу это. Их сразу успокоить. Все субсидии, вот и что вам положены, за вас государство платит напрямую в ОСМД, не в какой-то ЖЭК, а именно в ОСМД. То есть эта разница закрывается, и вы полноправный співвласник любого ОСМД. Пане Олександр, на жаль, наш час вже вичерпано. Я дякую вам. Я предупреждав, що це не одне, одної минути. Ну так ми зустрінемо ще раз з вами і поговоримо. Добре. Про те, як створювати... Пошагово, як створювати. Так, да, я дякую вам за цікаву розповідь і приходьте ще, поговоримо дякую. З вами. На все добре. До свидання.